3-4 недели. Он сбросил вес, где-то 6 килограмм, да? Ну, чуть качал. Надя, когда я все-таки приезжала, она показывала ему рывок, ему очень понравилось, но не получается. Я хочу, чтобы ты, как самый крутой тренер в Москве, показал на Никите какой-нибудь или рывок, или толчок, какое-то базовое упражнение с не очень большим весом. Никита, так, на Никите мы сегодня покажем, какое упражнение с тяжелоатлетикой. Вообще, я считаю, оно такое самое универсальное, и в принципе, любой его может сделать, любого фитнес. Зале, там не надо бросать штангу, не надо ее там придерживать. Самое такое, называется руковая протяжка. Как бы задействуется руковая протяжка плюс приседания в сет. Это такое самое основное упражнение, подводящее к базу, рывку классическому. Берется просто гриф широким хватом, рывком, и вот из низкого седла просто поднимается спокойно вверх. Делаем, ложим с маленьким весом. Может сделать, допустим, 5 раз мы сделаем протяжку, потом жмем из-за головы спокойно, потом 3 раза, и несколько раз можем присесть. Вот мы сделали, в принципе, все такие основные фазы, подводящие для рывка классического. Если мы сделаем это правильно, будем выполнять это упражнение, рывок потом классический, в принципе, проще будет получиться. Давай, беремся широким хватом. Самая основная основа – это прогнутая спина. Смотрим, чтобы изначально движение было руки абсолютно прямые. Чуть-чуть не зажимайся. Руки прямые, вот за голову заводят. Не надо так сильно напрягаться. Руки прямые, жестко, все. Можешь спокойно опускать, прям на плечи, не бойся. Вот опустил на плечи, опустил. Пожалуйста. Трапеция никогда не давит тебе на позвоночник, а лежит именно на мышцах. Вот с этого положения, все, сделай. Теперь выжми, сделай ноги пошире чуть-чуть и попробуй несколько раз присесть. Все, в принципе, он уже готов выполнять классические упражнения. Потому что и сидит, попробуй сесть и посидеть немножко. Смотри, он сел, он в принципе уже сидит. Сейчас у него задействованы, в принципе, все группы мышц. И руки, и плечи, и спина, и ноги, все работает. Вставай. Это упражнение, если мы делаем, оно, говорю еще раз, повторяю, оно задействует практически все группы мышц. Здесь и протяжка, руки работают, ноги, спина. Добавляем вес и все. Ты так хорошо объясняешь вообще, просто супер. Тебе как? Мне понравилось. Да? С каждым разом все больше будет нравиться, тяжело. Ты знаешь, как повезло? Не, вообще, я считаю, для, ну, как бы... Опять же, не будем даже повторять это слово. Вообще, в любой вид спорта необходимо включать, и они в принципе включаются, эти отдельные упражнения с тяжелой атлетикой. Это базовые упражнения. Та же самая борьба классическая, они у них даже были нормативы одно время. Не знаю, как сегодня, как на данный момент, но у них были нормативы. Любой спортсмен, если хочешь попасть в сборную, ты должен вырвать там, какой-то там 100 килограмм и взять на грудь там. Это тоже, это самое базовое упражнение. Вот это, я считаю, самое простое и как доступное для всех вообще, от новичка до ветерана, рывковая протяжка, если будут делать. И дети могут делать вот это, 10 килограмм. Не тяжело, но нагрузка, если сделать несколько раз, абсолютно внушительная. Да? Нет, вот он уже сам чувствует, что все уверенно. Здесь основа, держишь прогнутую спину, правильно положение рук, вот это вот идет. Плечи вверх, локти вверх. Отлично делаем. Вот эти вот коррекционные моменты, здесь просто проще их отследить. Вот как ее держать, потому что новичок, он не понимает, как ее наверху тут держать, здесь держать. Коля, у него сейчас вот в кроссовках,
намного тяжелее. Мне в кроссовках тоже будет тяжело присесть. А если ты можешь штангетки, то или просто обувь с каблуком, более побольше каблук, и намного удобнее будет сидеть. Покупайте штангетки у Алексея Безбородова. У него есть русские, недорогие как раз, для начинающих подойдет. Да, кстати, вот до таких упражнений не обязательно что ли хорошо. Да, допустим, Валя даешь какие-то упражнения с тяжелой атлетикой, надел штангетки, позанимался. Я думаю, да, это даже интереснее, потому что ты как бы, чтобы не пол, не какой-то однообразие. Ну да. А вот это разнообразие, разный вид спорта. С тяжелой атлетикой ты пришел, по делу протяжечку, не знаю, порвал, побрал на грудь, вообще идеально. Ты день как-то выпендришься где-нибудь. Хочешь стать красивее, да. Ты когда приходишь в тренировки, думаешь, вот я похудел, я здесь у меня там мышцы выросли. А в тяжелой атлетике ценно то, что ты выходишь с таким чувством, не то, что я похудел или подолсел, а я стал сильнее. Ты видишь, я самый сильный. Хоть ты там сегодня, допустим, сделал протяжку 10 килограмм, завтра ты сделал 20, ты уже, о, я уже 20 килограмм. Не то, что ты их сделал на 20 раз, ты сделал 20, вот это ценно. Я все время делал шмук-жимовой. Это уже толчковый вклад узкий. И вот подседаешь и жмешь. Это шмук-жимовой называется. У меня все время очень хорошо получалось. Я там делал 210 килограмм таким образом. Но в итоге, на самом деле, я пришел к тому, что толчку классическому он особо никак не помогает. Да, я становлюсь физически сильнее, но когда мне приходится, если мы вот покажем толчок классический, дождь. Мне приходится все время фиксировать ее, и мне большие всякие проблемы бывают. Сейчас я открыл для себя как бы старое новое упражнение, любимое упражнение Давида Биджаняна, жму толчков. Делается все то же самое, только не в ножницу, а как мы называем, в разножку. Приседаем и уходим вниз. В чем плюсы и в чем минусы этого упражнения? Именно если мы говорим о тяжелой атлетике. Плюсы в том, что здесь, так скажем, не надо прилагать много усилий после того, как ты толкнул штангу. Потому что многие, когда толкнут, штангу потом очень долго начинают выходить из ножниц. Это, во-первых, очень сил много приходится затрачивать. Здесь все-таки, если ты вытолкнул, все, тебе не надо никуда ноги представлять. Ты просто выпрямился и тут же бросил. Меньше энергозатрат, можно на самом деле больше поднять. В чем минусы? Потому что тут настолько оно должно быть технически отточено и очень должно быть все сделано технически правильно, что если даже небольшой, и это я почувствовал только, это можно почувствовать только на большом весе, на супер большом весе, на максимальном весе. Если ты, допустим, чуть какие-то отклонения вперед, назад, допустим, я шмугую, и она тут же падает, ты ничего с ней не можешь сделать, ты не можешь за ней побежать. Здесь уже спасают ножницы, в чем здесь преимущество толчка в ножницы, что ты, если толкаешь ножницы и штанга пошла вперед, ты можешь просить ножницы, ты можешь как бы ее вот так с ней танцевать и контролировать. Здесь ты уже с ней ничего не сделаешь. Здесь уже все, нет устойчивости. В этом и заключается, в принципе, шум толчков делают только, так скажем, высокие профессионалы, такие как Давид Биджанян, мировой рекордсмен. Кстати, трехкратный олимпийский чемпион. Кахи Кахиашвили. Вот здесь показано прекрасно, как он тоже мировые рекорды устанавливал. Просто здесь я говорю, очень есть 50 на 50. Не все штангисты так кондиционно прям развиты, как Ахтиамханов или трехкратный олимпийский чемпион. Кому-то не подходит совершенно это упражнение, движение. Не могут они. Ножницы, во-первых, здесь и поглубже можно уйти в ножницы. В шунге, допустим, есть китайцы, которые шунгуют чуть ли не в низкий сет. Вот так шунгуют, уходят в низкий сет. Но здесь очень должны быть сильно развиты ноги. Потому что ты один раз берешь на грудь, встаешь, потом ты шунгуешь, встаешь.
Некоторые штангисты еле-еле просто встают один раз. Давай, попробуем. Хват уже толчковый. Для тебя в ширине плеч. Для тебя, в принципе, достаточно такой хват. Это лучше штангу убирать. Попробуем сначала более простое. Чуть-чуть подсел и так бы выжил ее. Перед каждым раундом опустил, ноги выпрямил. Потом опять подсел и выжил. Это швунг жвала. Чтобы правильно ее держать на груди, локти вот сюда выводим. У тебя, да-да-да. Чтобы штанга не лежала на костях, а штанга лежала, ложилась на плечи. Для этого нужно плечи выводить вот сюда немножко. Вот. У меня, видишь, здесь синяки? У меня штанга аж вот туда попадется, прям именно плечи и ключицы. Вот это правильно. Давай попробуем уже движение Давида Бежанина. Как мы его уже раз сегодня мы так. Да. То же самое движение, только ты выжимаешь, а в конце в эту штангу немножко подсаживаешь. Это более слитное должно быть движение. Как бы ты подкидываешь штангу, пока она летит наверх, уже, ты должен ее уже внизу подсесть. Понятно. Вот это уже дальше тебе просто отработать более гибкость, потому что когда за счет фитнеса просто ты уже становишься более забитым, да. И тебе тяжело. Деревянным. Да, деревянным. А если ты будешь позже, все, отдохни немножко. Если ты будешь почаще немножко делать вот эти вот упражнения, у тебя все-таки гибкость будет развиваться и будет намного проще потом. Уже вот эти костюмы, скорость, гибкость. Да, быть. Скорость, взрыв, гибкость, все же такое упражнение. Все. Довольно. Я его использую. Тренировках раз там или два раза в неделю, но если получаешь какую-то травму, вот сейчас я получил травму большую, там где-то лопаточки, там что-то тянет, ноги чувствуешь, что загружены, не можешь уже приседать. Это управление хорошо делать, в принципе, только работают руки и спина. Да. У тебя хорошо, ты держишь спину, у тебя корсет полностью напряжен, и плечи работают отлично, ну и, соответственно, немного и ноги. И хорошо, очень хорошо для скорости. Это упражнение именно скорость не силовое. Можно вот так назвать. Поэтому. Главное иметь координацию. Координация, она у тебя придет, вот если ты уже первого раза никогда не делал, ты уже сделал практически идеально его, у тебя координация просто с тем, как ты будешь тренироваться, она сама будет приходить. А уже когда ты будешь потихонечку добавлять, ты будешь сам чувствовать, как тебе уже и руки поставить, и. Ты уже, знаешь, как тренер может, ну как мы говорим, тренер может подсказать первоначальные углы, которые должны быть у всех как-то базово. А потом ты уже сам начинаешь подстраивать под себя углы. Может, ты где-то лучше обнаглить, может, где-то лучше сесть. Это каждый спортсмен уже начинает искать, да, это все индивидуально совершенно. Потому что. И почему до сих пор я даже, когда поднимаю, я до сих пор себе что-то новое открываю и нахожу. Потому что, во-первых, с годами. И там и с возрастом, и с чем угодно, там, получение травмы, еще с чем-то, там, перегрузки каких-то суставов. У тебя бывает, что-то болит, тебе приходится как-то подстроиться. Вот сегодня вот это болит, тебе хочется вот так ставить. Ну почему бы нет? Главное, базовые углы сохранять. Вот здесь базовое это вообще проще простого. Ты встал, вот у тебя штанга легла, локти легли, ровненько посел и мощно ушел. Все. Давай. Да, еще раз попробуем. Вот, еще локти повыше чуть-чуть. Чуть-чуть помедленнее подседай вниз. Все, так что мы отлично поработали сегодня. Дим, спасибо тебе большое. Упражнение. Я прям очень рада. Такая честь. Для меня.